Снежный отвал. Версия 2.0. Усиленная. В прошлом году не выдержал конца зимы, когда снег лежался, погнул его. Вот эти две вот профильные трубы приварил. Колёски сделал. И вот эти вот по два уголка здесь и здесь приварил, чтобы крепче было. Каркас сварен из профильной трубы 20 на 40 вроде бы. Это уголки, которые были в гараже. Все, что было под рукой, как говорится, делал на коленке, без чертежей, все как по наитию. Единственное, металл купил, профильную трубу. Остальное так все, из мусора, из металлолома. Резинка внизу, две резинки. Две резинки. Сантиметровый, наверное, толщиной. Приделал полоской металлической. Щит от шкафа военного. Тонкий металл. В принципе, за счет того, что усилил каркасом, он выдерживает нагрузку. Все приварил. Такой угол примерно. Крепится к автомобилю, к раме спереди, над крючками. Там два отверстия были, то есть я ничего не сверлил. Я подогнал под эти два отверстия вот эту трубу. Вот два отверстия. Вот так вот он ходит. Вот так вот он ходит. Приварил здесь навесы металлические. Вот отверстие крепится к раме обычными двумя болтами. Сейчас машины нету, не могу показать. Уехала жена. Ну вот так вот приварил. Здесь вот приварено. Здесь. Вот так вот. По просьбе форумчан показываю углы. Крепление, где что-то как крепится, как варится. Примерно вот так вот. Колесики. Буквально сантиметр расстояние между нижней кромки резины и земли. То есть нормально берет снег. Вот здесь вот крепятся к лебедке крючком. Примерно вот такое расстояние вот. Сколько здесь, ну, грубо говоря, раз, два, три ладони. В принципе, этого рычага достаточно, чтобы поднять тяжелую лебедкой. Лебедка у меня Кумап 9,5 вроде бы мощная. Покрасил. В этом году уже испытал, работает безупречно. Ну, дорогие форумчане, делайте, если мое видео кому-то поможет, слава богу. На самом деле ничего сложного, все это я сделал быстро, за два дня, не профессионал, сварочный аппарат и руки, больше ничего не надо.